Всем привет, зовут меня Дмитрий Скловский, агентство недвижимости Grand House. Сегодня хочу вам показать домик такой из газобетона, одноэтажный, 80 квадратных метров, две комнаты, санузел, кухня, гостиная 25 метров, на участке 6 соток. Находится он в Ленинградской области, Гатчинский район, Покровская, коттеджный поселок Русская усадьба. Буквально до Пушкина, Павловска. До Павловска 15 минут, до Пушкина минут 20. Школы, садики также транспортной доступности. Либо это Павловск, либо Пушкин, либо Коммунар. Также вся городская инфраструктура. Пушкин, Павловск, Коммунар. До метро Московской на машине минут 40. Давайте вам все покажу сначала. Ну давайте посмотрим участок с домом. Сразу пока мы стоим на участке на улице. Это столб 15 киловатт электричества. Также здесь сразу на участок заведен газ. Вот он у нас выход. Скважина у нас 12 метров. Все заведено в дом. Дом у нас газобетон 250. Плюс утепление еще 50. Стоит он на плите 300. Покрыт короедом штукатурка. Сейчас вот доделывается задняя часть дома. Буквально к 20 числу он будет готов. По внутренней отделке у нас все сделано. Давайте обойдем его со всех сторон. До Пушкина Павловска у нас 20 минут на машине. До Коммунара 10. Школа, садик, кому интересно, Пушкин Павловск. Также город Коммунар. До метро Московская 40 минут. В принципе, все. Недалеко, все близко. Это у нас Русская усадьба, коттеджный поселок, Покровская, Ленинградская область, Гатчинский район. Вот так вот у нас выглядит домик. Очень милый, приятный. Дом оформлен как жилой, так что приветствуются покупатели с ипотекой, с мат-капиталом. Давайте посмотрим домик. Домик у нас 80 метров, две комнаты. Сейчас зайдем внутрь, и я вам все расскажу. Зашли мы в дом. Напомню, дом 80 квадратных метров с террасой. Первая комната у нас 12 метров. Вот так она вот выглядит. На полах ламинат, на потолки натяжные все. Плотная застройка, люди здесь живут на постоянной основе. Кухня-гостиная у нас 25 метров. Санузел. Везде плитка. Техпомещение. Бойлер, вся разводка сантехники. Электричество 15 киловатт у нас тут. Кухня тоже в плитке.
такой вид, все застраивается. Кухня тоже натяжные потолки. Ламинат. Комната вторая 20 метров. Очень удобная планировка. Давайте еще раз повторю. Покровская. ЖК «Русская усадьба». Дом газобетон 80 квадратных метров. Две комнаты 12 и 20. Кухня 25. Участок 6 соток. На участке 15 киловатт. Газ. Скважина 12 метров. До Павловска 15 минут. Коммунар минут 7. Поэтому по поводу приобретения обращайтесь. Мой телефон 942-0063. Всем хорошего дня. Пока-пока.